Более 1000 дистанционных преступлений зарегистрировано на Вологодчине в этом году. Одно из крупных дел, раскрытых вологодскими полицейскими, серия мошенничеств на сайтах бесплатных объявлений. Покупатель находил на сайте интересный ему товар, отправлял предоплату, а покупка не приходила, да и продавец переставал отвечать на звонки. По заявлениям потерпевших, полицейские возбудили уголовное дело. Личность злоумышленников, скрывающихся за аватаркой на сайте, удалось установить. Ими оказались жители Череповца. В настоящее время у нас задержано несколько человек. Занимались они различными мошенничествами под предлогом продажи товаров в интернете. Это два человека размещали объявления на сайте бесплатных объявлений. Всего на сегодняшний момент у нас зафиксировано 22 факта, то есть 22 потерпевших перевели денежные средства, товар не получили. Нами проводятся мероприятия по установлению дополнительных фактов, то есть по выявлению дополнительных потерпевших. Эти люди уже у нас задержаны и свою преступную деятельность они прекратили. Раскрыть дистанционное преступление сложно. Преступники прячутся за чужими именами, меняют телефонные номера, регистрируют IP-адреса компьютеров на другом континенте. Но опытные специалисты могут найти и этот след. Так, за последний год раскрываемость дистанционных преступлений выросла более чем в 2 раза. При этом на 17% уменьшилось количество заявлений в Аакжан, сократилось и число дел, приостановленных из-за недостаточности улик. Таких успехов удалось добиться благодаря многим факторам. В совокупности. В целом у нас идет и наработка опыта, и улучшение наших возможностей проведения тех или иных мероприятий. Также у нас становится лучше взаимодействие с различными подразделениями, в том числе следствие, дознание, которое тоже, естественно, далеко не маловажную роль имеет. Однако в Аакжане продолжают попадаться в сети преступников, причем действуют даже старые способы, известные всем. А ведь в большинстве случаев, чтобы сохранить свои деньги и спокойствие, необходимо просто проявить чуть больше бдительности. Именно напомнить об этом и призвана акция «Стоп-мошенник». На территории Вологодской области с 26 ноября по 5 декабря проходит операция «Стоп-мошенник». Она проводится у МВД России по Вологодской области с целью предупредить граждан о современных видах мошенничества и о том, как не стать жертвой мошенников. В рамках акции запланировано множество мероприятий, беседы с трудовыми коллективами предприятий, печать листовок и прочей литературы. Все это позволит еще раз предупредить вологжан, какую угрозу могут таить интернет и социальные сети. Татьяна Рыжкова, Михаил Протасов, Вологда РФ.